Они учат, лечат, воспитывают детей, пишут удивительные стихи. Сегодня во Дворце молодежи подвели итоги областного конкурса «Женщина года». 48 участниц в разных номинациях получили медали и дипломы. С церемонии репортаж Екатерины Зубаревой. Для Клавдии Ромашовой сегодня волнительный и торжественный день. Диплом за участие в конкурсе «Женщина года» она получила из рук самого губернатора области. Всю жизнь работала педагогом. Сейчас председатель Совета ветеранов даже на пенсии не перестала трудиться. Ведет кружок по вязанию и пишет стихи. Я хочу сегодня рассказать, что совсем нам некогда скучать. Утром печку истопить, завтрак и обед сварить, а потом на лыжах походить. В этом году конкурс прошел в два этапа – региональный и областной. 511 участниц пожелали бороться за звание лучшей в таких номинациях, как служение людям, доброе сердце, достижение воспитания детей. На сцену Дворца молодежи вышло 48 финалисток. Сегодня на этой церемонии мы испытываем гордость за Вятскую землю, где рождаются и расцветают такие красивые, талантливые и трудолюбивые женщины. Чтобы отметить лучших в своей профессии, самых активных и талантливых женщин, правительство Кировской области и общественная организация «Союз женщин» планируют проводить этот конкурс ежегодно. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.